3 года тому назад много не спрашивали, с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась, мобилизация, война. Народ понял, время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды. За 3 года узнали, что такое война. Впереди пулемет, и за спиной пулемет. Лежи в дерьме, в овшах, покуда жив. Потом содрогнулись, помутилась в головах. Революция. Опомнились. А мы-то что же? Опять нас обманывают. Послушали агитаторов. Значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными. Повоевали. Повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо штык. Теперь ни царя, ни бога. Одни мы. Домой. Домой. Землю делить. Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало. Это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, октябрьская. Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, излучал в это время радиоволнами царскосельской станции бешеные взрывы идей.